Подъехали в Харри. Маму будем. Маму будем обувать. Еще видите, пошли, еще он вид нормальный. Пойдем. Пойдем, пойдем. Мозги хорошие. Давай, мам, за меня держись. Сейчас будем маму обувать. Обувают, одевают, одно обувают и одевают. Одежду скоро засаливать. Это в подвал надо, да? Да. Так, мама должна сейчас подвиг совершить. Спуститься, потом подняться. Да. Ой, когда-то мама бегала, скакала на лошадях. А сейчас только во сне по ступенькам. По степи, на лошади, целый табун загоняла. Да. Даже это, в степи ночевала, в Буран, да? Да, в Буран, и в степи пришлось ночевать. И бараны, и коровы, и бычки, и паучки. Все, досталось сахмал, ягнят. А, сейчас на каблучках вот таких купить и походить. Мамуль, сюда иди. Куда, Люд? Люда у нас ведущая. А вот туда. Мам, туда? Идите туда, идите. Люда маму все время одевает, обувает. Вот сейчас это... Мамуль, садись сюда. Дело. Уже приготовили. Ну, у меня наподобие этих, у меня туфельки черные наподобие, ну, не такие, но есть. Четверть. Слушай, нет, больше нет, надо. Надо нет, было нет, носки. Нет, нет, нет. Не, не, носки нет. Другие одеть. Такие. А что, большего нет размера? Капроновые. Да, у меня из-за шишек и все. Так бы они мягенькие, ну, вот может, раз мялись бы. Ну, мне, да, нельзя тугую обувь. Тугую нельзя. Так, следующие. Одни не подошли. У мамы ножки все искорёженные. Деформированные. Давай. Ну, а тут поправляй. А вот эти пойдут. Так, давай. Язычок. Эти мягенькие. Люд, побольше можешь? Давай вот. Эти, это больше? Эти маловатые. Ну, он пусто, еще не... Тут-то до... пусто, а что ж они? А пятка не налезла. Ну, то, что это. Тогда это не то, это не... Вот эти размер. Шишки. Тогда не размер, длина-то есть, это ширина. Вот из-за этих шишек. Ну, пробуй еще. Все. О. Вот эти налезли. Эти налезли. Люд, эти налезли. Ну-ка, мне встаньте. Мне кажется, пойду. Встаньте, попробуйте. Не, нормально. Нормально. Садись, садись. Опа. Люда еще что-то ищет. Сидим, ждем. Сидите и ждите. Ну, померь тапочки. Вот эти 41, не знаю, большие. А вот они на липучке. Ага. И вот 37. О. Вот так они раскрываются. Вот. Какое? Ну, на пол ставь. Удобство. И вот как тебе надо сейчас. О, не достает. Не достает? Ну, ну, там, наверное, не обязательно.
до конца. Муж не отрицает, а те тем более не достанут. Ну да. Этот... Неудобно, да, мам? Удобно. Или такие тапочки, не на липучке, обычные, муж? Можно обычные. А так пятка там видно, да. большие. Да. Ну это дома он носить же? Ну конечно, дома. Тебе ходить. Удобно будет в них по дому? То, что вот это, там кепочка-то есть, ничего не упадете? Нет. Нормально, что-то, ну нормальные это, невысокие. Чтобы удобно было вам, самое главное. А? Да вроде удобно. Ну, хорошо. Ходил, вроде и вот удобно. Смотрите, тут носки ничего, что черные? Или ничего, что-то? Пойдут. Все, а наоборот, одни вам белые тогда. Это на выход. Ну вот вам белые же сюда тоже. Ага. Надо, да? Да, да. Мама сама вот выбрала. Мы выбираем, она сама выбрала тапочки. Кажет, вы все не то меня выбираете. Давай. Ну, подними ноги, мам. Приподними. Во. Давай. Сам, чтоб шишки залазили. Так, надо больше, да? Они носи кривые. Да, наверное, побольше бы. На размер. Ага. 39 будет такие. Да. А так видишь? Вот тогда может. 38 это, ну видишь. Давайте, давайте. Сейчас. Побольше сейчас. Ага. Сейчас глянем. Так, сейчас другие принесем. Тех 39-го нету, другие. Мам, тех таких нету, 39-й только другие. А-а-а. Видишь, какие? Вот эти, да? Да. Открытые. Да, а тех, те самые большие 38-й. Эти не будешь мерить? Да, так по длине нормально. Слушайте, я сейчас спрошу, а если через интернет мне заказать? А, спроси. В общем, закрытой хотелось в зиму хорошо. Сейчас Люда спросит, может, пальцы. Заказать можно? А, чтобы пальцы закрытые были. Угу. Она левая мерзнет. Ну. И на хорошо, когда закрытые, они тепленькие. Ну, если пальчики мерзнут, может, там... Вот 39-й. Вот есть такие, смотрите, 39-й. Так. Давай, неси. Так. Так. Ну, из закрытого пока. Угу. Ой, это все открытое. А, вот, смотрите, еще 39. Ну, вот здесь, здесь мне кажется, да, выемка. Не будет неудобно. Вот эти мягенькие. Давай, неси. Нашли, мамы, с нового товара. Вот такие. Мамуля, смотри, какие нашли. О, 39-й. Да. С нового товара. Сейчас в ящиках еще стояло, ничего не распаковывали. А-а-а. Так, давай, какие тебе сразу больше нравятся? Так, узкие, да? Да. Это лезет. Ой, узко-узко. Она еще нога текла, Вова. Угу. Она уже, смотри, какая нога у меня. Он уже даже штаны не одеваются. Ужас. О, эти пошли. Лучше. О, вот это пойдет. Так, ну-ка. Ага. Вот в эти мама не влезла сразу. О, ты еще какие принесла. 40-е. А вот какие, смотри. Эти нормально, да, мам? Вроде сошли, вот 40-е. Ага, ну-ка. Может, еще лучше будет. Ну, о, это вообще. Что, узкие? Нет, хорошо. Нет, хорошо. А здесь широкие, по ноге широкие. Жаль, что светлые. Ну, нога такая уже деформированная, на пятка у меня уходит. Вот они. Ну, вот эти тебе сейчас нормально были, да? Да. Серенькие. Ну, вот это лучше будет. Так, зайцев уносим? Сейчас стирать будем. Вот эти уносим? Да. Все уносите, под ней остались. Вот те оставляем? Ну, это же, или вот эти? Вы же эти мерили, маловатые были. Да, да. Вот, вот эти лучше, а вот, да? Эти вот давайте посмотрю 40-й. А, давайте, точно. Давай. Сейчас Люда еще глянет. 40-й, те серенькие. Ага. Ты же хотела потемнее что-то, да? Ну да.
Ну что? 41-й даже есть. У меня только вешалочку дадите. А 40-й? А вот 41-го. Или с 39-го. Ну, сейчас с которого мы возьмем. Да, чтобы потом мы пойдем. Пойдем. Это все мне. Так, ну вот 41-й. Лучше всего, да? Будет на месте, да. Как-то, мне кажется, они поаккуратнее, чем эти. Вот это слишком широкое. Ага. Вот это вот, который слишком растопыристый. Это красивее. Помоги чуть-чуть. Красивее. Ну, что, все? Столько времени потратили на это. Ужас. Вот это ходить покупать. Вот представляю, вы ходили на Мам, целый день. Я вот чуть похожу, все, я говорю, я все, я домой хочу, я устал. Вот это обувь, и одежду. У меня сил нету вот это ходить, какой-то. Одеваться, это кошмар. Все покупать, одеваться. Обувь-то раз снял, и это, а вот это одевайся, да, да, в раздевалке в этой, стой. Для меня это тоже проблема. Шарфы какие-то, да? Шапку купили, у меня есть шапка. Желтый, желтый. А вот такой, со стразами. Ага. А? Попробуй. Ну, подержи костыль. Ага. Во-во-во. Ну, думаю, еще и ушам теплее. Так закрывать угу. Можно. Ну, можно. Для разнообразия лучше, чем такой ободок. Люд, давай вот. Особенно, когда попрохладнее. Берем, берем, берем. Давайте, снимайте. Она в нем пойдет. Да, сшибай, сшибай. О, фуражку надо мне. А так. Шучу. Примеришь? Мама, хиппи будет. Вот в такой фуражке. Ну-ка. А что, прикольно? Лёд. Лёд. Нет, ты понял. Тёмный полностью заправить. Да, вот смотри, мне кажется, это лучше цвет. Выше надо только, да? А, да, посмотри. Да, да, да. Пойдёт. Нет, вы вот смотрите, да? Я вешу. Нет, тот цвет что-то не нравится. А, ну, давай. На ваше усмотрение. А тут стразики. Потом сразу напали, попали, не разглядели. Вот умная у меня женщина, да? Не говори. Какая умная досталась. Где ты ее нашел? Интересно. Сегодня нарадуюсь уже. 12 лет никак не нарадуюсь. А я не боялся, не достался ты. Где такого нашла кушать? Шла, смотрю, валяется, да, взяла, подняла, отмыла, почистила, о, отряхнула. Вот это все ваше, вот это вы все нахребли, да. Вот это раскрутила я вас. Несите. Вот это раскрутила. Спасибо. Пусть Люда сымает. Спасибо, до свидания. До свидания. Все. И маму обули. Не, я не хочу. Сейчас. Тетя Валя, я же не так снимаю, вы что, не знаете? А то надорвется. Тяжело. До свидания. До свидания. До свидания. Люда, сыга говорит, ты на меня гундишь? Сколько? Часа два тут лазили? Нет. Нет. Или больше? Полтора. Полтора? Наверное. Все, я прошла. Так, как тебе? Тут лучше костыль, да? Сюда. Давай сюда. Да. Вот так. Так лучше. А когда я сама, я за перилки беру костыль в ту ногу, в ту руку, в ту ногу. Только во сне кулак. Как я прыгаю по ступенькам во сне. Скак, 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 прямо бегом. Упала у тебя. А теперь... И в жар кинула, пока поднялась.
Ага. Мы идем. Девочка. Слушай, кормящая, что ли? Со скидкой. Красавица. Тоже пришла за покупкой. Она с кем-то пришла. Мам, кофе будешь? Кофе будете пить? Вы тут сядете, сейчас попьете. Давай, Люда, будешь? А что, может, мама попьет кофе? Уже занято, дома попьем. Дома попьем? Не надо, потом на ночь спать не буду. Все, колено заело. Левое колено, то правое заело. И как бы еще на правую. Все. Потеряла. Люда сеет, сеет, идет. На турбоз вырастет больше. Когда вас нету, я справляюсь. Так. А что Люда еще пришла? Собачки купить, покушать. Она, наверное, с кем-то, может, пришла. Вроде она не худая.